Домов без ремонта много, а проблемы одни и те же. Страдает канализация, протекает крыша и отсутствует нормальное освещение. Этот дом на Красного Знамени 93 наконец дождался своей очереди быть отремонтированным. Теперь здесь все по-другому. Сегодня свой подъезд Александр Кравцов показывать уже не стесняется, а с удовольствием рассказывает, как изменился его дом. Впервые за 40 лет здесь сделали капитальный ремонт. Сделано все по уму. Ну, открывать. Вот давайте откроем, посмотрим. Видите, все новое. И все добротно сделано. Больным местом этого дома было электричество. 40 лет назад этот дом сдали в эксплуатацию без выключателей. Все эти годы люди жили без света в подъезде. Теперь здесь не только освещение. Строители установили новые лифты и счетчики. Не осталось без внимания и придомовая территория. У подъезда установили специальные ограничители движения и положили асфальт. Мы очень рады вот этому произведенному работу с этой компанией. Ну, я скажу, работали они очень четко. Такая была замечательная организация. В своей очереди на ремонт дождался и дом по адресу Некрасовская, 96/2. Здесь уже почти привели в порядок водоснабжение, канализацию и электрику. А пару лет назад полностью заменили кровлю. Также нашим управлением ранее был заключен контракт на устройство дренажной системы в подвальном помещении. Данный проект разработан подрядной организацией. Во Владивостоке провели ремонт уже в более 1500 домов и планируют обновить еще около 200 муниципальных объектов. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.